В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча главы Калмыкии Батухасикова и руководителя «Газпром» Межрегионгаз Сергея Густова. Стороны обсудили итоги реализации программы газоснабжения и газификации Калмыкии, планы на следующую пятилетку, а также вопросы сокращения просроченной дебиторской задолженности потребителей за поставленный природный газ. Подписанная в ноябре программа газификации Калмыкии до 2025 года будет проводиться по сценарию «Максимальный». Запланировано создать условия для обеспечения сетевым газом 35 населенных пунктов региона. Для республики это действительно очень важно. Да, мы имеем достаточно высокий процент, более 84%. Тем не менее, если мы в течение 5 лет достигнем 100%, то для нас это будет прорыв. Совсем недавно у вас состоялось подписание программы развития системы газоснабжения и газификации на 2021-2022 годы. Это еще 1,2 миллиарда рублей инвестиций на строительство 294 километров межпоселковых и 46 километров внутрипоселковых газопроводов. Сергей Густов также выразил благодарность руководству республики за положительную динамику в организации расчетов за поставленный природный газ.